Это ты сделала? Я вошла. Зашибись, сестренка. Ты не понимаешь, перед тем, как уволиться из Тацита, я создала целлериевого червя, который способен расшифровать что угодно. Квантовую хрень крякнуть не так просто. Даже мне. Сеть Менендеса. Все страны, которым настанет жопа в новой холодной войне. Погоди-ка. Нью-Йорк? Вашингтон? Пентагон? Шанхай, Пекин, Гонконг. Менендес планирует атаку на Америку и Китай. Хочет одновременно избавиться от двух сверхдержав. У всех файлов одинаковый префикс 619. 619. О, Господи, 19 июня. Это же... Это завтра. Хуня де Семеновена. День свободы. Отмена рабства. Вот сукин сын. Свяжите меня с Бриксом. Адмирал, кибератака состоится 19 июня, завтра. Надо срочно отправляться в Йемен. Нет, вы отправитесь туда. Захватите Менендеса для допроса. Свяжитесь с Фаридом и ополчением Йемена. Нам нужна их помощь. Адмирал, это ловушка. Менендес с самого начала следил за нами. Если отправимся в Йемен, он лишь добьется своего. Собирайте людей, у вас всего 2 часа.
Канал связи установлен. Принято, Харпер. Система отслеживания союзников не работает. Мы не можем пометить тебя как своего. И как бы ситуация ни складывалась, когда кругом засвистят пули, помни, раскрываться нельзя. Держись там, мы вытащим тебя. Почти готовы. Мы готовы. А? Да, да. Американцы идут, Фарид. Среди нас есть предатель. А как? Кто? Это не важно! Я все равно на шаг впереди! Мы не можем позволить ему где-нибудь закопаться. Пройдите в город и восстановите.
просто очередной террорист. Оттуда, уговор? Да.
говорил, Менендес отправился к цитадели. Как быстрее всего добраться до города? От западных ворот через окраины идет горная тропа. Иди туда, мы встретимся, когда наши СВВП будут на месте. Фарид, ты нашел Менендеса? Нет. Черт, наверное, он проскочил через йеменцев. На руках кровь американцев, Фарид. Конечно, Менендес. Надо увести тебя в безопасное место. Потеряем слишком много людей. Победа не измеряется в потерях, Фарид. Фарид, это как? Что я буду здесь? Кто меня предал? Ты зря теряешь время, чертов ублюдок! Ты ни хрена от меня не добьешься! Что? Это все, на что ты способен? Фарид!
Убей его. Так и есть. Убей меня, ботаник. А ты... Ты бесхребетный кусок дерьма. Заставляешь других делать за тебя грязную работу. Какой ты после этого мужчина? Докажи мне свою преданность, Фарид. Давай уже, ботаник. Делай свою работу. Давай, Фарид. Парень, сделай это. Давай. Или яиц нет меня пристрелить. Давай, ботаник. Ну же. Предал нас, Фарид. И ради чего? Для тех, кому ты служишь, твоя жизнь не значит! Харпер! Харпер, слышишь меня?